Всем привет, меня зовут Сергей, с вами проект InfoSight, и в сегодняшнем видеообзоре мы хотели рассказать о таком потрясающем проекте, который называется LikesRocks. LikesRocks работает очень давно, выплачивает стабильно, платит денежные средства, все хорошо. LikesRocks занимается социальными сетями, да, рекламированием, и занимается лайки, подписки, репосты, посты, просмотры, регистрации и так дальше. В общем, очень хороший сайт, работает очень давно и работает, заработок осуществляется в евро. Если вы об этом проекте слышали и что-то недопоняли или что-то было вам непонятно, мы постараемся в сегодняшнем обзоре более детально рассказать поэтапно, как здесь начать зарабатывать. И этот проект очень хороший, поэтому не думайте, что этот проект какой-то быстро закроется или не будет платить. Нет, этот проект достойный для того, чтобы в нем работать. Итак, если вы в нем не регистрировались, есть кнопочка регистрации, здесь указываете имя пользователя, то есть свой логин, да, электронную почту, пароль, нажимаете «Я не робот» и «Создать пользователя». После того, как вы зарегистрировались, вы входите, указывая имя пользователя, пароль, вводите капчу «Я не робот» и входите в проект. Значит, после того, как мы вошли в свой кабинет, мы видим вот таким вот образом наш проект LikesRocks. Указан здесь ваш баланс, здесь для того, чтобы пополнить баланс, если вдруг вам понадобится, объясню в дальнейшем для чего. Здесь у вас разделы такие: пополнить баланс, создать задачу, список задач, пригласить партнеров, прочитать факт и социальная активность. Значит, что, какое наше следующее действие? Мы нажимаем скачать LikesRocks клиент. Мы нажимаем кнопочку скачать и его скачиваем. Вот здесь кнопочка скачать и скачиваем. Ранее, если вы знаете, если те, которые уже смотрели на данный проект, то раньше нужно было скачать этот проект, и он работал только с Windows Explorer 11. Там, в общем, какие-то были недоработки, да, и очень сложно было работать. Сейчас эти все доработки решили, сейчас все хорошо. Программу эту подстроили. Далее, после того, как вы скачали данную программу, вы ее, конечно же, устанавливаете и потом заходите. После того, как вы зашли в данную программу, вы здесь вводите свой логин, пароль и нажимаете «Вход LikesRocks клиент». После того, как мы зашли в данную программу, мы видим вот такие социальные сети: Facebook, Instagram, Telegram, ВКонтакте, Twitter, YouTube, Одноклассники, Google+, веб-сайты и Maya Group. Вот эти все задания вы можете выполнять. Вы можете выполнять то, что вам более по душе. Допустим, вот как нам Facebook, допустим, да, и мы нажимаем, допустим, лайки. Заходим в раздел лайки, и мы видим, что за один лайк нам платят вот 0,03 цента. Мы нажимаем выполнить, мы переходим на свою страницу в Facebook. Вот появляется наша страница. И мы здесь что делаем? Мы просто ставим «нравится». Все, пришло сообщение о том, что мы уже заработали, мы переходим к следующему. Опять нажимаем «выполнить». Здесь опять нажимаем «нравится». Оно очень быстро срабатывает. Вот опять все нормально, опять зачислено. Далее можно сменить вот категорию. Нажимаете «сменить категорию», можете перейти на Instagram, на Telegram, на ВКонтакте, на Twitter, на все, что вам угодно. И теперь с 3 августа появился раздел «автосерфинг». Теперь вы можете зайти в автосерфинг, просматривать вот эти сайты. Здесь все сайты сами просматриваются, да, вот видите, идет таймер. Вы просто себе открыли автосерфинг, и он вам приносит дополнительный доход. Очень хорошо сделано вот это дополнение, да, как автосерфинг. То есть очень много способов здесь для заработка. Просто самое главное, что вам нужно, это чтобы у вас были социальные сети, желательно все, да, чтобы у вас был большой, огромный выбор, как у нас, с какими соцсетями работать, а с какими нет, да, и тогда было бы немного вам проще. И здесь, когда вы себе открыли автосерфинг, здесь очень много сайтов, здесь 10 тысяч, может, сайтов писалось, да, что какие нужно просматривать. То есть здесь такого, что вам не будет что просматривать, такого здесь быть не может, потому что этот сервер популярный во всем мире. И что касательно выплаты средств, да, здесь минимальная выплата осуществляется в размере 30 евро, но здесь их реально можно заработать. И знаете, как на других проектах опасаешься, что выплатят или нет, то здесь уже проверенный проект, и действительно можно потратить время для того, чтобы собрать эти 30 евро и все-таки их вывести. Как видите, даже не нашинский вот сайт, какой-то арабский, или что, вот видите, не те буквы, да, и с правой стороны начинается меню и так далее. То есть здесь со всего мира проекты, со всего мира различные сайты.
проект очень достойный. Вот, допустим, вы просмотрели автосерфинг и там хотите повыполнять соцсети, опять нажимаете здесь паузу, нажимаете, здесь вы нажимаете выполнить задачи и переходите в любой другой раздел. Допустим, вы хотите посмотреть просто веб-сайт. Нажимаете веб-сайт, просмотр сайтов, открывается этот раздел. И попадаем мы вот теперь сколько стоит просматривать сайты. Как мы видим, 4,71,78. Например, выбираем вот этот сайт, нажимаем выполнить. Как просматривается сайт? Просто здесь идет также таймер, как и на автосерфинге. Вы просто просматриваете 30 секунд, вам зачисляются денежные средства, вы возвращаетесь в свой рабочий кабинет и дальше просматриваете. То есть здесь очень много заданий, здесь нет такого, что нечего вам делать там, да, или нету заданий, как на других бывает в социальных сетях. Нет, здесь есть что делать, здесь есть возможность зарабатывать, и есть даже стопроцентная вероятность, вот нам начислили, даже есть стопроцентная вероятность, что вы выведете из данного проекта 30 евро. Просто самое главное вам работать и ни в коем случае не забрасывать свой заработок. Опять нажимаете «Сменить категорию», и здесь можно, кстати, самим посмотреть, что подороже. Поклацать, вот так вот брать, зайти в один раздел, здесь 0025, закрыли. Допустим, подписки 0013, закрыли. Допустим, вы здесь можете просто просматривать различные разделы и выбирать, что подороже. И выполнять. То есть можете так делать, потому что, в принципе, каждый, понятное дело, хочет что-нибудь подороже выполнить. Допустим, Инстаграм посмотрим. Вот 001. Подписки в Инстаграм. Вот, подписки в Инстаграм 0035. Тоже неплохо. Телеграм-каналы. Сколько здесь? Здесь даже 1 цент евровский. Здесь по полцента евровский. То есть телеграм-канал вообще очень хорошая прибыльный заработок. Здесь тоже по пол чат добавить в Telegram, тоже по пол цента евровского. То есть здесь, в принципе, можно очень много. Вот YouTube подписка тоже 1 цент, по пол цента. Себе открываете любой аккаунт в YouTube, подписываете, ставите лайки, все, что хотите, просматриваете. И, как вы видите, заработок очень хороший, по пол цента, по центу, бывает чуть поменьше, и зарабатываете. Понятно, здесь дело есть, здесь и реферальная программа. Вот мы зайдем в реферальная программа, почитаем. Да, все здесь расположено. Значит, вот зарабатываете деньгами с нами до 31 реферальных выплат. То есть здесь и реферальная есть. Вот первый уровень 20% от пополненного баланса, 5% от заработка. Тут показывает, сколько у вас всего рефералов, сколько второй линии, третьей линии. И что здесь еще можно сделать? Здесь еще можно зарабатывать на том, чтобы вы покупали акции Maya Group, да, и зарабатывали на этом. Есть еще такое возможность зарабатывать. Но сейчас речь идет сугубо о Likes Roxy, именно о программе, что вы заходите на сайт, скачиваете, проходите вот эти различные задания, сколько вы хотите там разного раздела, да. Ну и в принципе, когда вы заходите в какой-то раздел, то у вас здесь пишется, что лучше всего 30-40 страниц в сутки, не более, то есть в одном разделе. Ну просто, чтобы никого не блокировали, ничего, то есть если у вас какая-то новая страница, то лучше 30-40 страниц в сутки по одному запросу, допустим, по лайкам или по добавке друзей или еще что-либо. Вот, вот таким вот образом происходит. Самое главное, чтобы вы работали в данном проекте и не забрасывали, ни в коем случае не забрасывали данную прибыль. Мой баланс, вот, вывести средства, нажимаете. И здесь есть PayPal, Payeer и AdvCash. Вы можете выводить как на AdvCash, на Payeer и на PayPal. Мы всем советуем работать с AdvCash, так как нет никакой комиссии ни на ввод, ни на вывод. Поэтому можете работать с AdvCash. Ссылка будет, конечно же, в описании под видео на AdvCash и на данный проект. Вот. Если какие-то будут вопросы касательно, как покупать акции, как здесь зарабатывать, если еще с инвестициями, а не только без вложений. Потому что в данный момент мы только покажем заработок без вложений. В принципе, регистрируйтесь в Likes Rocks, вам показали, да. Далее скачивайте программу и уже в этой программе работаете ежедневно, собираете здесь 130 евро, заходите на сайт и выводите, допустим, на AdvCash. Все. Вот это вся процедура заработка без вложений. Если у вас будут какие-то вопросы, почта будет в описании под видео. Надеемся, обзор был полноценным. Мы помогли вам разобраться в данном проекте и надеемся, что после нашего видео вы уже зарегистрируетесь и начнете зарабатывать и будете выводить по 30 евро с легкостью. Никаких не будет у вас вопросов к данному проекту.
Если вам проект этот понравился, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, потому что мы будем дополнительно еще делать наподобие этих обзоров и других, как зарабатывать зарубежными проектами, как зарабатывать денежные средства. Поэтому подписывайтесь на канал, отмечайте колокольчик. С вами был Сергей, проект Инфосайт. Всем до встречи!